Проблемы. Тем временем у Пайлайдая залетает за Артизи. Артизи перекрывает Пайлайдая. Отлично все делает Артур. И вот он форсблат для ЕГЭ. Еще и Last Hit так стоял специально. Да, вот так вот. И все, теперь просто тонна урона. Действительно, он уже пилит очень серьезно. Там по 80 дэмэджа. И вот слоу. И в Артизи. Как закрывает, хорошо. А у мага как раз нечем прогрызть себе дорогу. Артур вызывает пеньков и начинает блочить. И это фраг. Второй фраг для Артизи. Есть ТП. Есть ТП. Отрезала Зая. Пайлайдай перебегает. У Пайлайдая нет стана. А у Абадона есть Афотик Шилд. Да, и он его сейвит. И Пайлайдай сейчас встреет. И Пайлайдай тоже, наверное, будут убивать. Это еще один фраг от Evil Genius. Артизи. Артизи улетает, и Пипиди погиб. Все-таки хоть кто-то же здесь. Ой, да ладно, потому что Изая можно забирать, и маг закидывает стан. Это будет дабл килл. Правда, фраг достается вышке, но тем не менее. Маг получил много опыта и денег. Смотри, вот он, Родофатос. 3000 голды с Артизи 3 секунды медленно шел. Как круто! Ты смотри, ну он же шел медленно. Он мог и не уйти. Изай медленно идет. Ты посмотри, что происходит. Ты его режет и режет, и убил. Родофатос. Вау! 3000 голды. Да? Ну, пацана забрал. Изи. Забрал, да. Все правильно, И не поспоришь. А снизу, тем временем, на мага напали. Артизи и Юниверс избивает мага. Здесь же Абадон. Маг, стан по Юниверсу не успевает. Не успел дать стан. Но там в любом случае Афотик Шилд был. Родофатос. И работает Родофатос. Ты посмотри, что он делает. И будет ли там... Оп, успевает уйти. Сразу же сайленс на Этернал Энви. И сейчас, погоди, Родофатос ведь должен помочь. И хиляет. И трипл килл от Артизи. А Родофатос не помог. Что происходит? Смотри, что Артизи пришел такой, опа, пацаны, палево, тут много их. Может, смотри. Ну, Артур нормально, слушай, он просто залетел, спалил трех типов, в результате одного уже забрали. Пайлайдай байтит на стан, так, Артизи закрывает Зая, там пошел Родофатос, да, Зай у нас в результате выживает, и Пайлайдай сейчас будут убивать, Сайленс кидается на Некрофоса, Родофатос очень сильно помог сейчас Винге выжить, естественно, ну и Фата, пока... Пипиди выхилял. Самое главное в Родофатосе то, что Апофик Шилд сбрасывает его. Ну, это очень полезный, значит, айтем. Тут, смотри, ты разводишь на Апофик Шилд. Ауи получил стан, Артизи пытается кого-то убивать. И, кстати, проблемы могут быть у Фира. Причем серьезные. Проблем быть не может, у Абадона еще есть мана. Пока у Абадона есть мана, у Фира проблем быть не может. Вот пошел еще один у нас Апофик Шилд. Ну и, слушай, нет, у Фира все-таки будут проблемы, секунд. Да. Да, его забирают, но что для этого понадобилось? Затупили ЕГЭ, ну да. Артизи 1600, интересно, что будет собирать дальше. Там тем временем какая-то дискотека у нас. Фир нашел. Отличная комбинация, да. Типа станы сразу же наливают мистик флейром. А Фир один. Ну, Зай вынужден был уйти, потому что Зай бы здесь умер тоже. И прыгает у нас Артизи, начинает пробивать Пайлайдай. Пайлайдай он тут, конечно же, заберет. Фату тоже сейчас начинает пробивать. Юниверс так подбирается с разных сторон, пытается сбрить Фату, но это минус Артизи. Дикит-сик. Маг забирает. Ну, слушай, там еще Фат, вот еле-еле живой Юниверс, и могли, конечно, попытаться его еще здесь. Тавр добьют, и будет стоять в центре, чтобы видеть Фира, но мы видим, Тавр не добили. А Артур тем временем там поприсылал Т2, стан Энви прыгает. Ой, как хорошо, на двух саппортах, на двух саппортах, Нау и на мага. Мага пытается залить, и Фурион убивает мага, пытается убить также Огр-мага. Огр-маг погибает. Артизи погибает, да, от косы, но, слушай, и там умер Артур. Да, умер Артур, умер у нас Зай, и там только один Огр-маг погиб. А здесь еще основные герои. И Юниверс погибает. И Юниверс погибает, действительно. И еще Пипиди погибает. Да, но это минус сторона, скорее всего, у ЕГЭ будет сейчас. Ну, второй, третий точно не 600, либо Т2 там расстоят, но Cloud9. Понимаешь, вот она польза БКБ, которую собрал, себе Артур. А нету ее, а вообще. Он его даже не нажал, понимаешь, вот не было надобности. Смотри, что творят. Но выехали за Фиром, да, у Фир как раз нажимал там БКБшечку. Нет, если Т4 просто, Т4. Ну, красавчики, до трона, вот это наша школа. И проблемы у ЕГЭ, ну сейчас есть, да, Dragon Knight, но у него нету формы. А вот он, Родофатос, и прыгает маг на Зая, Зая убили. У Фира огромные проблемы, стопит его, Фира отогнали. Т4 надо продолжать ломать. 24 секунды до Вайда, 1-4 упал, есть еще Аэгис. Его надо пойти Энви сейчас отдать каким-то образом. Да, чтобы... но там появился Артизи, но толку с него, сейчас он, конечно, чуть-чуть там пробивает. Энви не обращает внимания на Артизи, он отдает Аэгис, это понятно. Он еще и не отдает Аэгис на самом-то деле. И пошла атака в трон, просто пошла атака в трон. Да, Войда пока нет, но сейчас Войд появится. Буквально 5 секунд остается, есть, наконец, сбивает Аэгис, Фату тут тоже зажали, у Фату. Ну тут уже все, тут уже и Мак, и Ау, и Мак. И пошли, наконец, в ЛКП, ну а в смысле, Войд прыгает.
Опять по двоим. Пайлайдай, он тут, конечно же, должен убивать. Да, по троим, еще и мага. Слушай, еще башек проходит, да, есть минус маг. Дальше начинает Юниверс избивать. Фату, если тоже баш пройдет, будет очень хорошо. Нет, Фантом все-таки умирает. И нет косы у нас, конечно, умер. Да ладно. Так, Envy. Проблема у Envy. Envy погибает, слушай, отбивается ЕГЭ. Они сейчас просто толпой убивают. Ауи, это Team Vibe. Единственный вариант это хорошенько как-то попробовать фокуснуть конкретную цель и попытаться отбить его от стада и забрать. Да, ну вот Эмви, больно Эмви, тут же прыгает кентавр. Юниор сразу понимает, что нужно тратить купол, пытаются забрать Эмви, Эмви пробивает, Эмви будут минусовать, да, Эмви погибает, еще и магу, если Башек сейчас пробьет, то это будет беда. Нет, маг уходит, подходит сюда уже Фата. Ой-ой-ой, надо да, туда ходить, Ауи, его фир зацепил. Фир зацепил. Ауи сейчас будет через 2 секунды стан, забили. Но ЕГЭ решили не бросаться, сломя голову, и не... Им надо сейчас продолжать драку. Им нельзя сейчас попасться, им нельзя сейчас встрять. Потому что мы помним, чем закончилось встревание в прошлый раз, да, вот тут напали... Ах, на Сайленс попадает, тут же Юниверс на развороте, Ауи отрезает на две части! И просто и могут сейчас пытаться убивать мага. Маг побежал на зарунка инвиза, забирает он инвиз. Тут уже эфир начинает катить Брисла, но у Брисла очень хороший мувспит. У Брисла 514 мувспит. Трое мертвых, маг делает даблкил в инвизе. Но тут на него прыгает Войд. Войд. Алибарда на Войда. Стан через 5 секунд только. Ах, 5 секунд, да, и Юниверс успевает отсюда. Так, тут Атос, Зой успел уйти. Маг не стал прожимать стампит и сам прыгать не стал. Напали на Envy. Envy начинает здесь убивать. Свапчик отличный. Очень хорошо свапнули. Но там, кстати, уже могут двоих потерять. Фата очень сильно проседает. Пошло бы кому у нас от Войда. И Envy опять встрет. Но Envy слишком жирный. Envy сложно очень убивает. Тут а вот теперь Envy. Envy тратит косу, но Юниверс выживает или же нет. Юниверс Фата живет, умер. Прыгает за Envy. Это мид. Абадон, что он делает? Юниверс живет. И это очередные минус 5. PPD. Эти ЕГЭ это что-то с чем. Ой, ладно, смотрим дальше. Все самое интересное еще впереди. Рошана забирает ЕГЭ. И тут же начинается драка. Сразу Фата идет на двух купол на Envy. Но Юниверс очень медленно бьет, пытается зафокусить Envy. Пайлайдай свапается. Пайлайдай в результате умирает. Кажется, без вариантов. Нет, Пайлайдай еще жив. Юниверса фокусят, но Юниверс пофигу. Юниверс отвести Аегис. Ему по барабану. Коса, вот она, но она в Аегис. Косава Эгис, и в итоге нет косы, а Эгис разменен, забрали Зая, Зай байбэк, Пайлайдай. Понятно, да. Да. Так что, каждая драка очень важна. Ой-ой, кентавр! И застанил Фира, и продамажил Фира, Фир, и еще там Фира. Мультикас залетает, но Фир прожимает наконец боковой, пытается покусить Эмби, Эмби стреет, его опять свапает, там пошла хроносфера. Феноменальный купол, но никто не бьет в нем. Да, купол хороший, и Пайлайдай вот только-только начинает бить Войд, там в это время пытается забрать Фату, Фата так много урона впитывает, что просто грязь, пошел Эмби, наконец-то пошла Шива. Юниверс! Юниверс отъедается. Ну бейте вы Фату, кто-нибудь его еще бьет. Юниверс бэктречит косу! И это минус Эмби. И Фата пока что жив, но Фата на базе уже. Тут, правда, боже, горит бэк-трек. Трон. Тут трон горит, лол. Ты посмотри, что происходит. PPD уже на базе. Тут уже на базе Войд. Имеются хорошие тайминги по появлению этого товарища. И начинается у нас великое рошестояние. Envy подставляется, Envy байтит, прыгает Войд. Войд пока не ведет. Сама хотел топнуть, но не топнул. Поставилась ой-ой-ой-ой-ой-ой, свапает Envy очень хорошо. Пайлайдай погибает. Да, маг там тоже залетел. Проблемы могут быть у PPD. PPD прожимает ульту. Юниверс пошел. Есть Алибарда первая на Юниверса. Закончилась. Фира нет, добивает! Фир выживает. Envy минус. Envy. Ну и Войд просто в лицо. Хотя мультикасты работают. А как работают мультикасты? Был байбек у нас от Куриона. Был байбек от Envy. Держится за счет этих дизармов, потому что большое количество ДПС, они убирают из драки. Envy опять байтит. Ой-ой-ой, у Envy же нет, у Envy нет байбека, но там есть свап. Юниверс пожал БКБ. У Фаты проблемы, ты посмотри, что происходит. Фаты потерял Эгис. И Envy начинает под хроносферу убивать. Пайлайдай успевает свапнуть. Envy там, Envy хрюкает. За Envy нужно было бы пойти, наверное. Юниверс, какие мультикасты ловит. Юниверс пошла, коса, и нет, добивает. 120 секунд, 120 секунд, Фата живой. Фата живой, маг пытается бить Фира. Есть первая алибарда на Фира. Фир не может отбиваться, здесь Пайлайдай. Ой, не здесь Пайлайдай, Зай забрасывает. Да-да-да, минус Зай. И посмотри, остается здесь, кажется, один Фир. И неужели это победа команды Cloud9? Вот это да. Да, это минус Фир. И вот такая ситуация. Артур один здесь. Нету байбека, мультикаст. Еще один, это как я. Ну, с такой натяжкой выиграли. Жесть, как Cloud9. Она есть, конечно. Шикарная игра, и ты знаешь неприятные новости для команды ЕГЭ. Потому что если в последнем матче Cloud9 выиграют у Альянсов, у нас будут переигровки на три команды.
Да, ну и Cloud9 вроде бы так плохо начав, и плохо в этом матче начав вроде бы играть, да, тоже непонятно какие-то вещи.